чудесная, то ли вода в Нижнем как бы лечебная, но стоит в Николаеве практически каждый. Например, пьедестал у товарища Ленина. Вот товарищей нет, и паны не заводятся. Так и ходим друг к другу. Слышь ты, обращаемся. И стоит Николаев, заводы и фабрики, еще что не стало товарища Ленина. Сам рухнул под желание жить по-новому. Под народопение, пилоты, овации, но стоят проблемы в городе с бордами, будками, где мы, собаками. Еще не стал стоять у товарища Ленина. Мне все чаще кажется, все яснее слышится, что вот это мы так не стоим, мы так движемся. Но позволь, Рон, не обманешь физику. При движении что-то должно наворачиваться. Ну, где пьедестал у товарища Ленина? Спасибо.